Всем большущий привет! Сегодня видео на моем канале о заказе в компании Avon. Это будет пятый каталог. Одна коробочка у меня. Давайте откроем ее. Вот. И посмотрим, что у нас тут лежит. Счет фактуры, по всей видимости, сверху, каталоги, бабочки, которые я не поняла, если честно, что и как тут с ними, ни бабочки ничего не присылают, самим как-то считать надо, я не знаю, я не разбираюсь, если кто-то знает, может, мне напишите в комментариях, как и что, потому что, во всяком случае, все равно я пойду в группу ВКонтакте и буду расспрашивать пакетик, самый раз на подарки. Распродажка такая не очень маленькая, ну, в смысле, не тоненькая, потому что бывало, что у них вообще из двух страничек было. Это такая более-менее. Так, что это? Чиа, крем чиа, семена. Ага, здесь пробник они наклеили, крема. Увлажнение, дневной крем SPF 15. Нутроэффект. Так, а это какой у нас SPF 15? Первый, да, вот этот вот. Интенсивное увлажнение до 48 часов. Это у нас экстракт семян чиа, нормально. Так, и вот здесь весь товар. Сейчас мы поподробнее с вами поглядим. Так, сейчас начнем. Значит, в прошлый раз мне не пришла кисточка для растушевки, если я не забыла это... Так, Орша, айда. На казахском вижу. По-моему, я заказывала для растушевки теней. Открывать я ее не буду. На ней написано Avon. Вот здесь написано Avon. Вот. Вот такая кисточка. Далее заказала я кисточку для нанесения масок. Выглядит она вот так. На ней я не вижу надписи, что это Avon, да. Только написано здесь, что Planet Spa. Планета Спа. Вот. Вот все, что. Вот так вот. Значит, вот такая она, ну вот если брать ладошку, то вот. Это, конечно, поменьше будет, но это, собственно, естественно. Две кисточки. Далее заказала я вот такие два спрея освежающих. Люблю я эти спреи, вот решила еще себе заказнуть. Этот идет с витамином С и Е. Это... Орхидея голубика. На аромат не нюхала я их. Я их вообще не знаю, первый раз заказала, как они там пахнут. Так, пока не чувствуется. А это сакура, просто освежающий. Здесь тоже, не, не буду пока брызгать, 100 мл. Вот. Далее бальзамы для волос. Вот такие вот, но их я не знаю. Бальзам в спрее написано. Я не понимаю немножко в их использовании. Их нужно смывать или нет. Тоже впервые заказала. Этот знаю нашумевший на YouTube. Он многим нравится. Хотя не могу понять, чем абрикос и масло ши еще помогу понять. А вот абрикос не могу понять, чем он полезен для волос. Потому что крапива и лопух я знаю, что... Вот. Тут 150 мл, и мне бы вот интересно знать, как им пользоваться. Будет сейчас здесь нет написано, успею я, чтобы не затягивать. Применение. Распылите на чистые подсушенные полотенцем волосы. Не смывайте, уложите как обычно, все. Теперь будем знать. Просто в моем понимании бальзам это то, что нужно смыть впоследствии, да? А тут, оказывается, смывать не надо.
Далее. Это увлажняющая и ухаживающая маска для рук и ног с маслом африканского дерева 625 миллилитров. Такая получается вот большая. Вот. Применение, ну, стандартное. Нанести массажными движениями, толстым слоем на руки и ноги. Наденьте перчатки или носки. Продолжаем. У меня тут зарядка села. В общем, эта маска для рук и ног пахнет абсолютно так же, как скраб от этой серии. Мне очень нравится. Вот сейчас я еще раз понюхаю. Очень сладенький. Не знаю, мне очень нравится. Поэтому я сразу схватила. Что очень, ну, привлекает, да, аромат. Поэтому. Питательная маска для лица. Тоже с маслом ши. Здесь уже 75 миллилитров. Что вот это и вот это тоже новинка. Они вот две новинки появились, я так понимаю. У маски, значит, что, как? Маска белая. Пока вот, вот так маска пахнет. Практически я не чувствую. Вот это вот мощный запах, а вот это я не почувствовала ничего. Себе заказала от серии Solutions. Это для кожи вокруг глаз. Уже многие знают, что я люблю такие средства. Так, ничего не видно. Так, здесь, значит, идет бумажечка, аннотация. И выглядит тюбик вот таким вот образом. Открывать не буду, пока пусть в запасах полежит. Вот выглядит вот так. Здесь у нас получается, сколько тут грамм, грамм, грамм. 15 миллилитров. Вот, сейчас я прочитаю. Потому что я, например, не помню, что я его заказывала, забыла уже. Разглаживающий крем для кожи вокруг глаз. Энергия минералов, крем для кожи вокруг глаз способствует разглаживанию морщин в области гусиных лапок. Внимание, на-на-на. В общем, для морщин, видать, я заказала, как всегда. Вообще, мне надо там будет заказать такой, знаете, от темных кругов под глазами, потому что у меня с детства, то есть я уже так физиологически так родилась, у меня темные круги под глазами, поэтому надо будет заказать такое. Скульптор тела, это новинка, тоже из этой серии Solutions. Моделирующий лосьон для тела с комплексом Super Sculpt. Такой желтенький, 150 миллилитров. Содержит комплекс Super Sculpt и способ применения на кожу живота, ягодиц, бедер, зоны галифе. Чтобы так. Розово-белый или желто-белый, или, знаете, оранжево-белый. Вот так. С оттенок. Это новинка. Далее я заказала из этой серии, наконец-то, термоядерную вещь. Судя по всему, по отзывам. По отзывам 50 миллилитров, профессиональная серия, это третья, и это у нас корректирующий лосьон для лица для ежедневного применения. Тут так и написано: будьте осторожны, может сушить кожу. Дело все выглядит вот так вот, если на свету не фокусируется, как бы я не хотела вам сделать поприятнее, но все равно не фокусируется. Вот, фокусировалась. Но все равно вам расплывчато будет. Наносится утром и вечером на проблемные участки кожи после ее предварительного очищения. При появлении чувства сухости кожи применяйте средство реже. Избегать так глаза, попадение средства. Ага. Использование ННЭ. Потом тут еще средства содержат аннокислоты, которые могут повышать чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. Применяйте дополнительные средства с солнцезащитным фильтром и сократите время пребывания на солнце в период применения средств в течение недели после окончания. В общем, как-то это мудреная вещь. Я хотела показать состав для тех, кто еще ни разу не покупал. Но, судя по всему, также у меня его не получится сделать с фокусом проблемы. Может быть, потом, в конце видео, я это сделаю. Так, стоит, стоит. Далее. Туалетная водичка Play мужская. Вроде как мужа заказывала, там не знаю. Без люды совершенно. Вот так она выглядит. Вот она. 75 миллилитров.
угловая какая-то вот такая. Аромат такой, не знаю. Здесь, наверное, не написано, конечно. Срок годности только и все. Непонятно, в общем, аромат, но нравится мне. Иногда покупать можно парфюмки. Это средство никогда тоже не заказывала для волос. С аргановым маслом, если я не ошибаюсь. А, с маслом органии, быстро впитывается, увлажняет волосы, дает им блеск. Оно пришло мне за 1 рубль. Получается, что вот она желтая. Я заказала себе расческу Tangle Teaser. Наконец-то я давно хотела эту расческу. Как она тут открывается? Вылазит. Тяжело вылазит. Вот. Вот так, таким путем все это дело открывается. Вот такая вот упаковочка. Здесь чувак нарисован. На русском ничего не написано, как всегда. Вот так она выглядит. Здесь, значит, флаг Великобритании, да? Как же ее открыть-то? Сейчас я скажу. Я открою, все, нашла вот здесь сзади. Сейчас я открою. Она не открывается, правда. Здесь, значит, вот остается, здесь бумажечка. И что-то там они пишут. Могли бы уж написать и на русском. Странные тоже. Вот. Расческа офигенная. Она вот в руке хорошо лежит в моей маленькой ручке. Вот если брать. Она у меня довольно-таки, в общем, там такая мелкая. То мне очень удобно держать. Мягкие. Я еще не расчесывалась, потому что вот если что, во влоге или в банках я расскажу. Можно сейчас. Где бомба, класс. Пишут, что можно мокрые волосы расчесывать, как бы. Я как бы не знаю, все равно страховалась, честно. Но пока нравится. И по отзывам, да, на YouTube, всем вроде пока вот то, что Вейва не заказывали, более-менее нормально, понравилось. Ну вот и мне. Я сейчас чесанула чуток, вроде ничего так. Так, это вот эта штучка, это расческа, эта штука к ней же. Далее я заказала тоже, не попробовав, это Beautiful Butterfly, женский парфюм. Такая красивая упаковка, бабочки. Здесь у нас идет сияющее бодрящее сочетание искристого бергамота, цветков розовой гордыни и бархатного мускуса. 50 миллилитров. Насчет открывания я не знаю. Ну ладно, давайте открою. Посмотрю, кому-то дарить придется. А то у меня тут сейчас намечаются дни прекрасные. Как же тут? Так, мы открываем с вами, и что мы видим? Видим мы, о-о, вот так, ух ты какая, смотрите, какая интересная, блин. Смотрите, супер. Нет, такую я еще упаковку никогда не видела. Вот здесь не рисунок, а идет наклейка бабочки. Спереди, а спереди уже этот. Нарисовано, ну как расписано. Не, ну очень как красивая бутылочка, вообще супер. Так все это дело снимается. Сейчас я пшикну. Класс. Сейчас я пшикну и почувствую аромат. Вкусный аромат мне нравится. Я не скажу, что он сильно сладкий. Он больше такой женский аромат. И действительно, вот по названию я и ожидала такой. Многие, наверное, могли подумать, что это будет более морской какой-то. Нет, это не морской. Спирта, кстати, вообще толком нет. Значит, заказала я себе этот щеточка для лица. Маленькая такая вообще, что-то с чем-то. Если ее открыть, то малюсенькая. Я думала, она будет больше.
Вот она. Так понимаю, вот так как-то берется. Ну, чистишь. Ну, такая интересная штуковина. Хорошо, будем пользоваться. Лак, гель-эффект. Оттенок. Вот оно его название. Давно я хотела этот лак на самом деле. Кстати, эти лаки делает Италия. Это единственный товар итальянский, который в этой посылке был. Все остальное Китай, Польша, да, Россия. Вот он, этот оттенок. Такой, знаете, сиреневый. Как раз моя сирень начнет цвести. Я люблю очень, да, этот сирень. И вот этот оттенок просто бомба для меня лично. Давно его хотела. Что у меня тут остается? Журналы. Остается еще вот такая вот губная помада с оттенком. В общем, розовый. Это вот эта вот длинная, которая. Если мы ее откроем, с вами поглядим. Здесь вот идет такой рисунок. Ultra Beauty Avon. Так. Если мы с вами... Опа. Открыли. И что у нас тут? Как она тут откручивается? Как бы и голову не свернуть. Оп, она такая защелкивается. Максималка, вот. Вот так, вот сейчас я на сводчик. Ага, цвет, ну да, цвет мой. В целом мой оттенок подходит мне. Вот. Лучше на свету как-то. Так, если розовый и вроде бы как вот пока на этом на руке меня устраивает оттенок, потому что я как не закажу, так пусть хоть падает. Так, значит, вот такая помада, я не помню, это кажется из новинок, вроде бы как. Так, еще я себе заказала, как он там называется, лента экспандер. Пока оно все вот так упаковано. Вот так вот. Сейчас мы его раскроем попозже. Далее, это скакалка. Тоже понятия не имею, что и как там с ней. Как она выглядит, тоже поглядим. Потом это сумочка. Оттенок розовый. Вот. Хотела много там другую сумку заказать, вообще там другие вещи вообще планировала заказывать, но уже горела при оформлении заказом черным. И это у нас получается коврик для занятия фитнесом, да, спортом. Розовый, важно у меня, русский. Угу, и на русском ничего не вижу. Так, коснуться. Сейчас откроем, сейчас посмотрим. Значит, вот лента Эспандер. Воняет жутко. Даже Брюс в шоке. Тут какая-то наклейка, видать, ее нужно будет отклеивать. В общем, все это дело тянется вот таким путем. Бумажка от нее и всякие зарядки. Ну, скорее всего, я буду лежать на постели и просто не знаю, чем там ноги тянуть. Руки тянуть. Это есть. Далее скакалка. Ничего пока тут не привязано. Но видно, самим надо это как-то. Вот они, эти штучки. Розовая. Как тут отклеить там? Тут куча бумажек. Что-то они поналожили. Аж 3 штуки. Я не знаю, зачем. Это сейчас это буду разбираться. Как отсниму видео. В общем... Вот эти штучки засовываются вот сюда. Здесь где-то должен быть, наверное, вот здесь вот откручивается, значит, отверткой. И засовывается этот, что ничего не работает. Батарейка засовывается. Ну, поглядим, посмотрим, как она будет себя вести. Далее сумка. Я ее на нее давно смотрела.
Думала, она будет поменьше. Слава богу, что она такого размера. Можно было купить ее и гораздо выгоднее, по выгоднее цене, там за 300 с чем-то. Но она мне обошлась 500 с чем-то, буквально там 570, что ли. Ну, со скидкой, да, представить. Опять же говорю, там нужно было заказать вещь, чтобы эту сумку уже за 300 с чем-то заказнуть. Но та вещь горела черным. Ничего не отстегивается, все вот так прикреплено, это здорово. Ремешок. Вот такая вот. Я все хотела, думала, черную. Думаю, все, что у меня все черное постоянно. Самый раз, особенно у тех, у кого есть детки, выгулять, выгуливая всех куда-то там. Ходить внутри ни кармашка, ничего нету, просто пустая, вот, и лежит влажность, херня вот это интересная, она такая плотная, как будто, знаете, на зиму утеплена. И у нас остается вот эта штуковина под самый конец, я ее оформляла, думаю, возьму, что ли, ее еще, посмотрю. Так-то можно по тренажер будет поставить. Опять бумажка. Вот такая штука. Ткань. Я сейчас пока не скажу. Да, блин, ткань знакомая. Я вообще в тканях название нихера не помню. Рисунки опять нарисованные. Если вот прям ее бросить вот так, можно будет... Она, в принципе, длинная. На полу так-то. Вот. Запах не такой у нее вонючий, как нежели, чем это с пантера, вот этого ленты. Не такой вот прям. Вот так выглядит все это дело. И вот вы делаете зарядки, которые они показывают. Но... Ой, она не ездит, она вот хорошо легла, и она не ездит, все вот, прилипает прям как будто к полу, что тут, ну вот, можно там с ней зарядку делать, можно обруч крутить, интересная штука, но не, конечно, немножко запах есть, надо их все выветривать, все это дело. Ну вот это и весь мой заказ компании пятой, Вейван, так что вот все, что я заказала. Хотела немножко другое заказать, но почему-то у них в этот раз горело очень многое в черном, то есть нет уже, к сожалению, было, товара не было. Так что поэтому вот так вот. Конечно же, это туалетная парфюмерная водичка на любителя.